Nobody gets a degree by mistake. Nobody wins the Olympics by mistake. Nobody runs a race by accident. Success is always intentional. You have to run after your destiny. If you start running in your teens, while your mind is sharp, while your mind is sharp, and your body is strong, and your strength is focused, if you run in your youth, you'd be surprised what will happen by the time you're 30, by the time you're 40, by the time you're 50. I'm gonna go for it, come hell or high water, I'm going after my destiny. You gotta run after your destiny. You can't stroll after your destiny. You can't walk after your destiny. You gotta run. Somebody holler, run. Эту речь я услышала пару дней назад, и у меня просто, правда, шли мурашки по коже. Я настолько почувствовала эту энергию, настолько она мне вот передалась, и я захотела поделиться ею с вами, создав любой видеоряд, но главное, чтобы вы услышали аудиоряд. И я понимаю, что эти слова нужно держать у себя в голове каждый день, каждую секунду, каждое утро, каждый вечер. Именно поэтому я захотела, чтобы вы услышали и вспомнили о них сегодня также. Я пока все еще в лесу, сдерла себе все ногти и все испачкала от лазания на деревьях, поэтому пошла переоденусь и буду снимать для вас ответы на самые интересные вопросы. Всем здравствуйте, я переоделась, и у нас пикник. Наверное, самый частый вопрос на сегодня – это почему я учусь летом? Что это за издевательство такое? Но все проще, просто есть в Германии летние и зимние семестры, и я учусь на зимнем семестре. Это значит, что я начинаю учебу в октябре и заканчиваю в середине июля. Но мне, в принципе, вообще все равно. Первый. Как мотивировать себя на учебу? Планировать. То есть у меня есть ежедневник. О, кстати, даже с собой у меня он есть. Да, вот. У меня есть всегда ежедневник с собой, куда я вписываю все дела и to-do-лист на день. С правой стороны у меня какие-то общие дела, а с левой у меня просто расписаны задания на каждый день, и это очень удобно. Второй пункт, наверное, это атмосфера. Я всегда включаю в наушниках, либо просто в комнате, Study Beats, которые, не знаю, меня как-то настраивают на работу, и мне не скучно становится с ними. И то, что подходит не всем, как я это уже поняла, заниматься с друзьями. Мне это очень подходит, потому что это меня мотивирует, мы вместе делаем себе тайминг, когда мы занимаемся, когда мы отдыхаем. Так что эти три пункта мне очень помогают. Здравствуйте, деревце, можно присесть к вам? На каком уровне у меня немецкий и английский? Немецкий, если вы знаете уровневую эту систему, то немецкий у меня C1, а английский, здесь будет очень огорчающая, наверное, какая-то информация, у меня был английский тоже C1, когда я закончила школу. Но потом все ушло в знание немецкого, то есть я учила только немецкий, переехала в Германию, и английского не было у меня с тех пор вообще нигде. То есть я не учу английский, но я понимаю, насколько важно знать английский. Я осознаю это, я не опускаю руки, поэтому решила вот с этого месяца начать заниматься английским, и я уверена, буду делать это регулярно, и постоянно, и часто, и все такое, все синонимы, иначе я буду на себя очень злиться, ну прям очень. Прям вот very-very, мне кажется. Я с прошлой недели начала заниматься в онлайн-школе Skyeng. Онлайн-школа, потому что, ну, мне реально удобно онлайн заниматься. То есть тебе не нужно где-то быть, тебе не важно, в каком городе ты живешь. Сначала у меня был, получается, вводный урок там, где преподаватель определял мой уровень языка, и мы одновременно разговаривали и проходили разные задания на этом сайте. То есть как-то все синхронизировано было, и это было очень удобно. У тебя там есть свой личный кабинет, где хранятся все материалы, все как бы учебники, и то есть тебе не нужно ничего печатать. Для меня это тоже очень важно, потому что у меня и так куча разных листов, тетрадей, и еще туда английский, все это путается постоянно, в общем, Три вещи, которые меня впечатлили. Это первое, что я говорила больше, чем учитель на уроке. Обычно наоборот это происходит. Второе, это то, что можно выбирать, твой учитель русскоговорящий, либо же он носитель английского языка и житель Канады, допустим, либо США.
Третье — это атмосфера. То есть настолько это не школьная атмосфера, где мы шутили много, и я не знаю, просто у меня было хорошее настроение после занятий. Я уверена, что кому-то из вас это будет точно интересно, и кто-то захочет заниматься регулярно английским, не делая этого, допустим, сейчас все еще. Поэтому я оставлю в описании ссылку на эту школу, вы не пожалеете 100%. Также для вас будет промокод, и после первого оплаченного урока, да, вами, вам будет доступно 2 бесплатных урока. То есть можете зайти посмотреть, сколько что стоит, и вы поймете, насколько это огромная экономия получить 2 бесплатных урока. Поэтому регистрируйся и назначай свой первый урок уже сейчас. Но если тебе нет 18, то укажи номер телефона не свой, а родителей, потому что такие правила. Ну, чтобы школа могла позвонить и назначить урок, время, день, год. Меня пугают здесь жмели, поэтому пью воду. Идем дальше. Вы только посмотрите на мои ноги после сегодняшнего дня. Я уже устала бродить целый день. Еще вопрос на сегодня — это как полюбить себя. Я его получаю очень часто. Первый совет — выделять каждый день полминуты, не знаю, пару секундочек и пожелать себе хорошего дня в зеркале, либо сделать себе комплимент, но самое главное — видеть себя, то есть вот здесь вот. И поговорить с собой, выделить для этого время. Для кого-то это покажется странным или неловким, но вы увидите, насколько это новый уровень отношения с собой, когда ты без каких-то там шуток и без смеха подходишь и говоришь себе что-то, что тебя одухотворяет и заряжает на целый день. Поэтому бери зеркало и разговаривай с собой. Но желательно, чтобы рядом никого не было, а если будет, ты скажешь, что просто... Ну там, Алина посоветовала. Второе, мое любимое, это писать себе записочки. Инструкция. Берешь листочек, пишешь на нем о том, какой ты красивый, замечательный, потрясающий, талантливый, необычный, сколько у тебя всего классного еще получится и случится в жизни. Дальше вешаем этот листочек куда-то на видное место. У меня это вот там висит он на двери. И каждый раз, выходя из комнаты или натыкаясь на эту записку, мы смотрим и понимаем, что, черт возьми, это правда. На самом деле, это реально очень классный способ, и я его впервые увидела своей подруге, у которой была записка на двери как раз-таки, и однажды, выходя из гостей от нее, я это прочитала и непроизвольно переняла на себя, будто это мне было адресовано. Я весь день просто улыбалась и понимала, что причиной этой улыбки была мысль об этой записке, потому что, не знаю, настолько это было весело, и настолько я поверила, что это реально было написано вот мне, будто бы это реально я такая классная, это реально меня ждет там сегодня успех, поэтому очень советую, попробуйте. Далее я бы посоветовала еще 2 вещи. Не зацикливайся на том, что тебе в себе не нравится. Этим ты убиваешь свою только энергетику, и классные люди не потянутся к тебе только потому, что это чувствуется. Чувствуется, когда ты не кайфуешь от себя, а видишь только свои недостатки. Так что этого мы не делаем. Второе. Хвали себя за любого масштаба успехи. С таким настроем будет больше шансов на какие-то очень масштабные успехи. The one thing I can tell you for sure is that nothing is for sure. I want you to shake yourself and understand it's time to run after your destiny.